Рыбинск – один из лидеров голосования. Там самая высокая по области явка, об этом сообщили представители областного избиркома. Во втором по величине городе региона утром открылось 106 избирательных участков, 103 из которых оборудованы КАИБами. Оставшиеся три находятся в городских больницах и СИЗО. Также все точки для голосования оборудованы камерами видеонаблюдения. Перед открытием помещения были проверены сотрудниками полиции, а несколько участков лично проверил глава Рыбинска Денис Добряков. Он пообщался с наблюдателями и оценил соблюдение требований безопасности. Уверен, что у нас пройдет все без нарушений. Тем более, что в этом году у нас на каждом участке установлен так называемый КАИБ. Система автоматического снятия информации при голосовании. Вот. И благодаря этому мы получим независимые, не оспариваемые результаты выборов в наши представительные органы. Это очень важно.